Если бы история писалась заголовками СМИ и спекуляциями радикальных политиков, правда жила бы не дольше одного поколения. Сейчас, через 75 лет после окончания Второй мировой войны, у нас практически не осталось времени, чтобы защитить и утвердить историческую правду. Роль Советского Союза в Нюрнбергском трибунале и в освобождении мира от идей нацизма преуменьшают или совсем отрицают. Историю искажают, а это позволит снять ответственность и с нацистских преступников, и с самой нацистской идеологии. Мы не можем этого допустить. 20 ноября 1945 года начался Нюрнбергский процесс. Многолетний суд народов над нацистами. Мы перенесем вас в Нюрнберг осенью 1945 года. Откройте правду. Соберите реальные улики. Изучите досье с преступлениями лидеров Третьего Рейха. И докажите их вину перед человечеством. Это столовая тюрьмы Шпандау. В этой тюрьме подсудимых содержали во время трибунала. Здесь они спали, ели, общались, давали интервью и ожидали приговора. Это кабинет Иоахима фон Риббентропа в его собственной вилле в Далеме, престижном районе Берлина. До Первой мировой фон Риббентроп был мелким дельцом, продавал немецкое вино в Канаду. После войны открыл в Берлине фирму по продаже французских вин и ликеров. В 1920-м удачно женится на дочери Отто Хенкеля, владельца компании «Хенкель и Ко». Полученные связи и предпринимательские навыки помогли фон Риббентропу в середине 20-х войти в высший свет, где он и знакомится с Гитлером. Риббентроп вступает в партию нацистов. Он ценен тем, что умеет привлечь к партии средства и влиятельных союзников. Внутри партии фон Риббентроп получает кличку «Торгаш». Которым руководил фон Риббентроп, был секретный представительский фонд, из которого министр подворовывал деньги на свои личные нужды. За время войны он, например, четырежды поменял обои своей вилле. Однажды трое подчиненных обвинили Риббентропа в растрате государственных средств. Жалобой пришлось разбираться самому Гитлеру. После бурного объяснения с Риббентропом фюрер постановил: одного доносчика отправили в концлагерь Заксенхаузен, а двух других – на фронт. После Первой мировой по Версальскому договору Германия не могла иметь большую армию.
Но в 1935-м Гитлер воспользовался размолвкой между Британией и Францией и направил фон Риббентропа в Лондон в качестве посла по особым поручениям. Неожиданно для всех результатом поездки стало англо-германское морское соглашение, подписанное 18 июня 1935 года. Британия разрешила немцам построить флот, равный трети ее собственной мощи. Но 28 апреля 1939 года Гитлер вероломно заявил о полной денонсации соглашения. Для экспансии Гитлер нашел союзника в лице Японии, которая давно хотела захватить восток России. 25 ноября 1936 года фон Риббентроп и японский дипломат Кентома Мусякодзи подписали антикоминтерновский пакт о совместных действиях против Советского Союза в случае войны. Иоахим фон Риббентроп, посол Гитлера по особым поручениям, а позже министр иностранных дел Третьего Рейха. В рамках политики умиротворения Британия и Франция закрывали глаза на раннюю экспансию Третьего Рейха. Франция не возражала против вторжения Германии в Австрию, Чехословакию и Литву. И признала новые границы Германии в декларации Бонно-Риббентропа 6 декабря 1938 года. Только безыдейные и слабоумные люди могут считать, что те или иные государственные границы на нашей земле являются чем-то навеки незыблемым и не подлежащим изменениям. Мая 1939 года министры иностранных дел фон Риббентроп и Галлиаца Чиана подписали стальной пакт о широком сотрудничестве Германии и Италии в военно-экономических сферах. Этот пакт стал фундаментом военно-политического блока Германии и Италии накануне Второй мировой. Августа 1939 года фон Риббентроп и нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов подписали пакт о взаимном ненападении. В секретном протоколе страны разделили сферы влияния. Пакт будет цинично нарушен нацистами в июне 1941 года. Берлинский пакт, он же Тройственный пакт, заключен 27 сентября 1940 года. По сути, это план раздела мира по зонам влияния между Германией, Италией и Японией. Германии и Италии предназначалась ведущая роль в Европе, а Японской империи – в Азии. Этим пактом фон Риббентроп завершил формирование блока союзников Германии в грядущей войне. Когда кончается дипломатия, начинается война.
Во время войны Риббентроп берет на себя задачи по депортации и уничтожению евреев. В сентябре 1942 года он требует от оккупированных и зависимых государств ускорить депортацию местных евреев и беженцев. 17 апреля 1943 года на совещании по вопросу депортации евреев из Венгрии фон Риббентроп заявил: «Евреи должны быть либо истреблены, либо заключены в концлагеря». Иоахим фон Риббентроп, человек, который был доверенным лицом и рупором Гитлера и нацистской Германии. Именно благодаря ему весь мир смотрел сквозь пальцы на то, как Германия, накапливая военную мощь, готовится к экспансии и новой войне. Альфред Розенберг, главный идеолог нацизма, рейхсминистр по делам восточных оккупированных территорий. Один из высших руководителей Третьего Рейха, уполномоченный по контролю за воспитанием в нацистской партии, формировал мировоззрение германского народа с помощью средств пропаганды, СМИ и литературы. Идеолог массового уничтожения евреев и порабощения славян. Автор таких фундаментальных понятий, как превосходство арийской расы, окончательное решение еврейского вопроса. Родным языком Альфреда Розенберга был русский. Он родился в 1893 году в Эстонии, которая на тот момент входила в состав Российской империи. Запись в метрической книге о его рождении была на русском языке. Его мать – урожденная петербурженка. Позже Альфред женится на девушке из эстонской семьи – Хильде Леесман. Ее родители дружили с петербургской интеллигенцией. А Хильда особенно любила русскую классическую литературу – Толстого, Достоевского, Тургенева. Не попадает на фронт Первой мировой. Его спасло обучение в Рижском политехническом институте, всех студентов которого летом 1915 года эвакуировали в Москву. Розенберг продолжил обучение в Императорском Московском техническом училище, которое сейчас известно как МГТУ имени Баумана. В 1918 году он закончил его с отличием по специальности инженер-архитектор. Дипломной работой Розенберга был проект крематория. В 1918 году Розенберг возвращается из эвакуации в родной Ревель, нынешний Таллин. Альфред пытался вступить в добровольческий корпус местных немцев, но ему отказали, посчитав русским. В этом же году переезжает в Мюнхен, еще через два года входит в первую тысячу участников нацистской партии НСДАП. Издает антиеврейские брошюры, позже руководит идеологическим воспитанием в партии. Становится автором таких фундаментальных нацистских понятий, как превосходство арийской расы, окончательное решение еврейского вопроса и борьбы против дегенеративного искусства.
Именно Розенберг познакомил Гитлера с антисемитской фальшивкой протокола мессионских мудрецов, которую Гитлер часто цитировал в «Майн кампф». С 1920 года публикует свои труды «След евреев в изменении времени» и «Безнравственность в Талмуде». Считал, что христианство – это еврейский проект, обольщающий арийцев ложным гуманизмом, и полноценным народам следует вернуться к языческим корням. Сегодня мир пробуждается к новой вере, к мифу крови. Нордическая кровь составляет ту тайну, которая выше и больше всех старых святынь. Народы, по мнению Розенберга, делились на здоровые и нездоровые. А корень всех бед – это смешение рас и засилье евреев. Его книгу «Миф 20 века» считали второй по значимости в Третьем Рейхе. Издавали 180 раз, общий тираж превысил 1 миллион копий. Пропаганда идеологии нацизма, которую проводил Розенберг, повлияла и на появление законов о запрещении межрасовых браков и создании дома материнства «Лебенсборн», где незамужние германские женщины хороших кровей могли зачать детей от чистокровных героев СС. Гитлер назначил его главным редактором газеты «Фелькишер Беобахтер», которая была основным инструментом пропаганды нацистской партии. В 1933 году ее тираж составлял 130 тысяч экземпляров, а к концу войны – свыше 1,5 миллиона экземпляров. Еженедельник пафосно описывал победы германской армии, даже если ситуация на фронте была противоположной. Мая 1941 года Розенберг изложил Гитлеру план расчленения СССР. Главная идея – столкнуть один народ с другим, создав множество слабых национальных автономий, которые будут враждовать между собой под присмотром Рейха. Ставка делалась на сепаратистские движения, коллаборационистов и разжигание межнациональной розни. Крым Розенберг предлагал включить в состав Рейха. Фюрер одобрил мое предложение переименовать Симферополь в Готенбург, а Севастополь в Теодорисхафен. Согласно плану, СССР нужно было разделить на 5 губернаторств. В первое – Остланд. Альфред хотел включить Латвию, Эстонию, Литву и Белоруссию. Всего за 2 поколения их следовало полностью онемечить. Вторым губернаторством он видел Украину с некоторыми прилегающими территориями. Самих украинцев планировалось стравить с русскими. Отдельными губернаторствами должны были стать Кавказ и Туркестан. 12 ноября 1941 года Розенберга назначили рейхсминистром по делам восточных оккупированных территорий. Гитлер сказал: «Розенберг, теперь настал ваш час!» В дневниках тот писал об этом восторженно. «Фюрер дал мне еще одно задание. Фюрер дал мне управлять Россией». Розенбергу передали в управление все оккупированные территории Советского Союза. По его приказам совершались военные преступления, массовые расстрелы, преследование мирного населения. «Многие десятки миллионов жителей этих территорий станут избыточными, умрут или должны будут переселиться в Сибирь». Жесткий оккупационный режим Розенбергу помогали поддерживать коллаборационисты и предатели. Зачастую по жестокости они превосходили солдат нацистов. Труды Розенберга выглядят антисемитским бредом человека, помешанного на теориях заговора и расовой ненависти. Однако ему удалось манипулировать сознанием и мировоззрением жителей целого государства, разжечь ненависть и нетерпимость. В буквальном смысле растопить огни тысяч печей в лагерях Третьего Рейха и на оккупированных территориях, подписав тем самым, пусть и косвенно, смертный приговор миллионам невинных людей.
Нацисты считали не только количество убитых людей, но и доход с того или иного лагеря смерти. Согласно их расчетам, один узник приносил Германии 1630 марок дохода вместе с затратами на его уничтожение. Часто узников отправляли в газовые камеры сразу, минуя бараки. Перед казнью, разумеется, собирали все – очки, портмоне, ювелирные изделия. Это шло в доход Рейха. Концлагеря принесли нацистам не менее 178 миллионов марок. Когда Красная Армия освободила Аушвиц, бойцы нашли более миллиона женских и мужских костюмов, огромное количество очков, колец, детских ботиночек. Позже это все будет предъявлено как доказательство чудовищных преступлений нацистов. Альфред Розенберг, один из главарей Третьего Рейха, главный идеолог нацизма. Годами он внушал гражданам Германии, что они представляют исключительную расу арийцев. Он убеждал немцев, что им дозволено практически все, а истребление других народов – это только необходимая оборонительная мера. В самом конце войны он бежал на север Германии, которое еще контролировало временное правительство Карла Дёница. 19 мая 1945 года Розенберга арестовали солдаты британской армии. Суд признал его виновным и приговорил к казни. 16 октября 1946 года Альфред Розенберг был повешен. Это дом Карла Дёница в деревне Аумюле в Шлезвиг-Гольштейне на севере Западной Германии. Карл Дёниц воевал на море еще в Первую мировую. Он буквально взлетел по карьерной лестнице, начал простым матросом, а к 43-му стал адмиралом. Дёниц сделал ставки на подводные лодки. В ходе войны под его руководством в строй ввели более 1000 субмарин. Дёниц издает приказ номер 154, который запрещает капитанам субмарин подбирать утопающих с подбитых кораблей. Это откроет свод указов о введении неограниченной подводной войны, которая противоречила международным договорам и конвенциям. «Не спасайте людей! Не берите их на борт! Не оказывайте помощи шлюпкам! Погодные условия и близость суши несущественны! Беспокойтесь только о безопасности своей подлодки и скорейшем достижении новых успехов! Мы должны быть суровы в этой войне! Враг начал войну с целью уничтожить нас! Следовательно, остальное не важно!» В сентябре 1942 года немецкая U-Boat потопила британский корабль «Лакония», который перевозил 1800 итальянских военнопленных.
Вопреки собственному приказу, Дёнец сначала разрешил спасательную операцию, но скоро прекратил ее перед угрозой бомбежки и опасаясь за сохранность подлодок. Позже он издаст приказ о Лаконии, где вновь жестко запретит подлодкам подбирать утопающих. Запрещается предпринимать любые действия по спасению выживших с потопленных судов, включая подъем людей из воды и передачу их на спасательные шлюпки. Возврат в нормальное положение перевернутых шлюпок, снабжение выживших провизией и водой. Спасение противоречит основному смыслу военных действий, состоящему в уничтожении судов противника и их команд. Приказы о взятии в плен капитанов и главных механиков остаются в силе. Спасайте выживших только при наличии у них важных для подлодки сведений. Будьте непреклонны. Помните, что враг не заботится о женщинах и детях, когда бомбит германские города. Дёнец был верным последователем Гитлера и не раз публично клялся ему в преданности. В январе 44-го, выступая в городе Мюрвик, Дёнец провозгласил: «Немецкий народ обязан нашему лидеру всем, всем, всем! Если бы у нас не было лидера, Германии больше не было бы людей!» После предательства Геринга и Гиммлера в ближайшем окружении Гитлера не осталось людей, которым фюрер мог бы доверять. Поэтому своим преемником он назначил Дёница, который до этого никогда не подводил фюрера. 30 апреля 1945 года именно Дёниц объявил по радио о смерти Гитлера и о своем вступлении в должность рейхспрезидента. Он провел на этом посту 20 дней. 8 мая Германия капитулировала, а 23 мая Дёница вместе с новым правительством арестовали. За свои достижения на военно-морском поприще Дёниц был произведен сначала в адмиралы подводного флота, а в 1943 году в гросс-адмиралы Кригсмарины, то есть всего флота Третьего рейха. Немецкие подводные лодки под командованием Дёница действовали жестко и эффективно. Дёниц разработал тактику «волчьих стай». Субмарины Рейха нападали на вражеские корабли скопом, атакуя с разных сторон и не оставляя им ни единого шанса. Подводные лодки под командованием Дёница нападали абсолютно на все суда союзников. В результате действий немецких субмарин подбито около 200 военных кораблей и почти 2800 грузовых и пассажирских. «23 мая 1945 года рейхспрезидент Дёниц вместе со своим правительством был арестован. На судебном процессе тактика его защиты строилась на том, что он, будучи военным, не имел права обдумывать приказы. Так он стал одним из основных апологетов фразы
Я просто выполнял приказ. Дёнец не признал вины и не отрекся от Гитлера. И на суде, и в интервью после защищал и оправдывал фюрера. Карл Дёнец, адмирал, который вел разрушительную морскую войну без правил, громя невоенные суда и не подбирая утопающих. Он был предан и лоялен Гитлеру, за что тот назначил его своим преемником в последние дни войны. Дёнец избежит повешения, отсидит 10 лет в тюрьме Шпандау и еще четверть века будет тихо и мирно жить в своем домике в деревне. Герман Геринг, верховный главнокомандующий Люфтваффе, наци номер 2, один из самых богатых и влиятельных людей Третьего Рейха. В его роскошном поместье Каренхалл, кроме гаражей, ангара для лодок и частного аэропорта, поместились бассейн, сауна, массажный зал и личный кинотеатр. Здесь он смотрел фильмы о самом себе, где представал другом немецкого народа, блистательным летчиком-асом, благородным ветераном, защитником природы. Именно таким представлял себя Геринг. В 1923 году Геринг участвует в пивном путче, получает ранение и бежит в Африку. Через 5 лет возвращается в Германию. Гитлер назначает его своим представителем в Берлине и спикером нацистской партии. Геринг пользовался популярностью. Герой войны, аристократ, обаятельный оратор, он быстро завязывает тесные связи с промышленниками и военными. В июле 1932-го становится президентом Рейхстага. С помощью связей и интриг добивается принятия вотума недоверия действующей власти. В январе 1933 года Гитлера назначают рейхсканцлером. Во время аншлюса, присоединения Австрии к Германии, Геринг сыграл ключевую роль. Он руководил действиями австрийских нацистов по телефону. Геринг создал гестапо, тайную полицию и машину массового террора. За время ее существования гестапо замучило и уничтожило около 25 миллионов человек. В 1933-м Геринг лично возглавил полицию Пруссии и сменил ее руководство на сторонников нацизма. 17 февраля указом о стрельбе разрешил полиции применять оружие против населения, а уже через 5 дней мобилизовал около 30 тысяч штурмовиков СА, так назывались военизированные отряды нацистской партии. Еще через 5 дней, 27 февраля 1933 года, неизвестные подожгли Рейхстаг, парламент Германии. Виновными объявляют коммунистов, правительство вводит чрезвычайное положение, гестапо приступает к массовому террору. При необходимости стрелять без колебаний. Каждый полицейский должен хорошо понять, что бездействие есть более тяжкий проступок, чем любая ошибка, допущенная при исполнении приказа. Каждая пуля, вылетевшая из дула пистолета полицейского, есть моя пуля. Если кто-то называет это убийством, значит, это я убил. Именно я отдал все эти распоряжения, и я настаиваю на них. Всю ответственность я беру на себя и не боюсь ее. С
Страну сотрясают массовые обыски и аресты, коммунистов ловят, запугивают, избивают. Есть первые убитые. Количество погибших от рук гестапо с каждым днем росло. Тела обнаруживали, как правило, со следами жесточайших пыток и избиений. Всего за 6 недель в концентрационные лагеря и тюрьмы были брошены как минимум 28 тысяч человек. «Ночь длинных ножей» — так назвали секретную операцию по уничтожению конкурентов внутри партии. Главная цель — ликвидировать Эрнста Рёма, руководителя штурмовиков СА и одного из старейших сторонников Гитлера. Геринг видел в лице Рёма опасного соперника. Вместе с Гиммлером они убедили фюрера, что от Рёма и всей верхушки СА нужно избавиться. Гестапо сфабриковало дела, и 30 июня 1934 года произошли массовые аресты. А за ними расстрелы обвиненных в заговоре против Германии. Погибло около 200 человек. Это стало финалом борьбы за власть внутри нацистской партии. Итогом Первой мировой стал Версальский договор, который запрещал Германии иметь ВВС и ограничивал производство оружия. Геринг нарушил этот договор. Гитлер лично поручил ему восстановить военную мощь Германии и подготовить страну к войне. В 1937 году Геринг возглавил государственный концерн, созданный в том числе за счет конфискованных у евреев предприятий. Позже на заводах Люфтваффе использовали труд заключенных концлагерей. На Нюрнбергском процессе он, как и другие нацистские преступники, пытался убедить судей, что ни о чем не подозревал. Впрочем, документы об Освенциме доказали, что Геринг, как ответственный за 4-летний план, знал об использовании рабского труда. В апреле 1933-го Геринг получает под свой контроль Министерство авиации и начинает тайное возрождение военно-воздушных сил. К 1935-му созданный Герингом Люфтваффе насчитывал уже около 1800 самолетов и 20 тысяч личного состава. Герман Геринг лично руководил Люфтваффе. Например, управлял боевыми действиями в польской и французской кампаниях, продолжал бомбардировки английских городов. Геринг занимал огромное количество постов, имел практически неограниченную власть и был одним из самых богатых людей Третьего Рейха. В 1941-м он официально стал преемником фюрера, что формально сделало его вторым человеком в Германии. Неофициально его называли «нацист номер два», «человек Ренессанса», как называл его Гитлер, и одновременно «король черного рынка» по определению Гиммлера. По некоторым оценкам, 50% его огромной коллекции, более 2000 экспонатов, составляли произведения искусства, конфискованные у врагов Рейха и вывезенные с захваченных территорий. Одна из самых ценных картин в его коллекции, тоже украденная, «Музыкант» Жана Батиста Патера. 30 января 2014 года ее продали на аукционе Сотбис в Нью-Йорке. Не все произведения искусства, украденные Герингом, удалось вернуть. Мировой живописи был нанесен непоправимый ущерб. «23 апреля 1945 года Геринг ставит Гитлеру ультиматум – передать ему всю власть.
Фюрер приходит в ярость, приказывает арестовать Геринга за измену. Но через несколько недель Геринг добровольно сдается в плен американцам. Как считают некоторые историки, он не просто хотел спасти свою жизнь, но и рассчитывал управлять Германией после окончания войны. Геринг не знал, что союзники задолго до этого договорились. Нацистских преступников необходимо публично судить. Судьба Геринга к тому моменту уже была решена. Герман Геринг, амбициозный, алчный, лишенный всяческих моральных принципов и сомнений преступник, безжалостный убийца, нацист номер два. Именно он создал один из сильнейших воздушных флотов мира в кратчайшие сроки и подготовил Германию к войне. Создатель и руководитель тайной полиции гестапо, загубивший бесчетное количество жизней. Позже на суде он будет все отрицать, язвить и даже глумиться. Его признавали самым опасным подсудимым Нюрнбергского процесса. Нередко обвинители проигрывали ему в интеллектуальной дуэли, что позволяло отсрочить приговор. В какой-то мере ему удалось избежать правосудия. За несколько часов до казни он принял капсулу с цианидом. Это банкетный зал знаменитой пивной «Хофбройхаус» в Мюнхене. Этот зал сыграл большую роль в истории и в политической карьере Бандера фон Шираха. В 1920 году Гитлер зачитал здесь устав будущей национал-социалистической партии. После прихода нацистов к власти в Германии Гитлер будет выступать здесь почти каждый год. Фон Ширах познакомился с Гитлером, когда охранял будущего фюрера на его очередном выступлении. Консервативный юноша из семьи императорского гвардейца мгновенно стал обожателем и ярым последователем Гитлера. Фон Ширах становится завсегдатаем Хофбройхауса. Именно здесь он однажды собирает для Гитлера полный зал молодежи. После этого Гитлер, которому сначала не нравилась идея привлекать в партию студентов, доверяет фон Шираху агитацию среди молодежи и подростков. Гитлер, впечатленный рвением фон Шираха, делает его главой по делам молодежи. Сначала внутри партии, а позже во всей стране. Молодежь есть жизненные гарантии Германии, которые обеспечат жизнь Германии в настоящем и дальнейшая жизнь нашего народа в будущем. Бальдер фон Ширах активно вербует молодежь и студентов Гитлер-Югенд, организацию под патронажем партии нацистов. Подростков заманивают походами, клубами по интересам, музыкой, журналистикой
В рядах Гитлер-Югента учат маршировать и обращаться с оружием, а также обожать Гитлера и идеалы национал-социализма. Дети раздают листовки и призывают голосовать за партию Гитлера. Это приводит к столкновениям с полицией и политическими противниками. Часто эти стычки заканчиваются кровью. Одного из гитлер-югендовцев, Герберта Норкуса, зарезали подростки из коммунистической партии Германии. Смерть и похороны Герберта Норкуса нацисты превратили в масштабную акцию. Норкус стал прообразом главного героя пропагандистского романа «Юный гитлеровец Квекс». В 1933 году, когда нацисты пришли к власти, по мотивам романа вышел одноименный фильм. В этом фильме впервые прозвучал гимн Гитлер-Югенда, текст для которого Бальдур фон Ширах написал лично. В 1926 году в Гитлер-Югенде состояли около 700 детей. В 1939, накануне войны, почти 9 миллионов. Теперь участие в этой организации становится обязательным. И к 1940-му 97% немецкой молодежи – члены Гитлер-Югенд. Стараниями фон Шираха похожие организации появились в Италии, Дании, Иране. Фон Шираха отстранили от руководства Гитлер-Югендом в 1940 году, но запущенную им машину было не остановить. Во время Второй мировой войны германские дети и подростки до изнурения трудились на заводах в тылу и воевали на фронте. Специально обученные девушки Блицмечен работали в расстрельных командах. В 1943 году из 10 тысяч 17-летних членов Гитлер-Югенда сформировали отдельную 12-ю танковую дивизию СС. Но уже за первые две недели боев в Нормандии эта дивизия потеряла около 80% личного состава. Дети становились пушечным мясом. После отстранения от руководства Гитлер-Югендом фон Шираха назначили гауляйтером, то есть губернатором Вены. За 5 лет его гауляйтерства из Вены в концентрационные лагеря было отправлено 65 тысяч евреев, из которых выжило всего 2 тысячи. Губернатор фон Ширах не смог защитить Вену от бомбежек. Большая часть города была уничтожена.
Бальдур фон Ширах, обожавший Адольфа Гитлера, создал машину по производству солдат, слепо верящих в фюрера. Он успешно навязал свой фанатизм детям в Германии и в соседних странах. Зомбировал, лишал детства, а многих жизней. Фон Ширах так или иначе причастен к гибели не менее 80 тысяч детей и мирных жителей. Его приговорили к 20 годам заключения. Он отсидел их в тюрьме Шпандау и умер через 8 лет после освобождения. Нюрнбергский процесс длился почти год. 1 октября 1946 года был оглашен приговор Международного суда. 11 подсудимых из 21 были приговорены к смертной казни, а трое оправданы, остальные получили тюремные сроки. В ночь на 16 октября 1946 года приговор о смертной казни был приведен в исполнение. Теперь вы достаточно знаете.